В Словении спасателям удалось вызволить из глубин затопленной подземной пещеры 5 человек. Это 3 взрослых члена одной семьи и 2 гидов. Они оказались в ловушке более чем в 2 километрах от входа в пещеру и провели там 2 суток. Спасатели вошли в пещеру в 8:30 утра. Они столкнулись с трудностями из-за порогов, но примерно через 2 часа им удалось добраться до людей. Чтобы их вытащить, потребовалось еще 1,5 часа. Драма разыгралась в пещере Кришна-Яма. Длина ее подземных ходов более 8 километров. Туристы вошли туда в субботу утром после проливного дождя и к вечеру так и не вернулись. 3-й гид отправился на их поиски и позже вызвал спасателей. Эта пещера – известная туристическая достопримечательность Словении. Здесь можно покататься на лодке, но когда уровень воды поднимается, она становится опасной. Чтобы вызволить людей, спасателям пришлось ждать, пока вода спадет. Перед этим они смогли передать пещерным пленникам еду, питьевую воду, лекарства и отапливаемую палатку. Ситуация постоянно менялась. Первоначально мы собирались их сразу посадить в лодки, но это нам не удалось. Поэтому мы надели на них защитное снаряжение и транспортировали через узкий лаз. Водолазы протащили их через лаз, а потом им нужно было немного пройти до лодок. По словам спасателей, все спасенные живы и здоровы. Наводнение после ливня случилось потому, что почва в регионе еще не успела просохнуть после рекордных для Словении наводнений в августе прошлого года.